Девочка быстрая, шелковая трава. Это голос мой, шелковая трава. Это голос мой, колючая вода. Это слезки мои. А речная вода — это крова моя. А речная вода. Далеко еще? Ща-ща. Где-то здесь было. Вон, Рогалина, после нее еще 2 километра. Что там такое? Тихо, не двигайся. С ума сошел! Ты турях увидел? Ему пулю в башку всадишь, не пробьет. Мотор, Саня, держи веревку! И грить твою в кочережке! Все, нет мотора. И что теперь делать? Кинем маячок, потом вернемся, будем искать. Речка быстрая. Не мути, братец мой, ты речную воду. Белорыбица — это тело мое. И затемнение. Федя, затемнение! Дайте свет! Ну что ж такое сегодня? Редкер. Саш, мы можем с тобой поговорить? Ленусь, прости, сейчас не могу. Все решим. Меня ждут. Я тебе позвоню. Слушай, чего ты прямо заслушался сегодня, аж проняло. Ай, ладно. Братишка, слушай. Помнишь, ты мне про рыбалку рассказывал, что рыбы как грязи, а раз в год бывает? Ну. Ну, так это на днях. Ну, да, там рыба на нерест пойдет. Так вообще-то в нерест нельзя рыбачить. Ну, ты же мне сам говорил, место тихое, никто не узнает. Поехали, Федя. Репетиции. Так Михайловский завтра уезжает на неделю. А про тебя я договорюсь. Федь, мне схорониться надо. Дней на 5. Ладно.
Хорошо мы их потревожили. Я здесь на ночь не останусь. Куда ты денешься? О, здорово. Федь. А? Ты ласточку вытащил? Куда же она делась тогда? Ну, может, оклемалась. Улик, а когда уже нерест пойдет? Подожди ты. Вот с мотором разберемся, будет тебе рыбалка и все. Ты как про это место узнал? Я-то? Так это мой дед здесь егерем был. Это его избушка. Да ладно. Я его только в детстве видел. Он умер давно. Мы однажды здесь вместе с батей 4 месяца безвылазно жили. Одни? Ну что ж вы делали? Батя варил отменный самогон. Да, и бухали, конечно, по-страшному.
Пошли мотор доставать. Ой, талант, ты мой талант такой, или участь моя горькая, на роду ли мне напить? Эй, перевернешь! Не боись ты. Ну что? Нет мотора, все. Все Дина затянула, я уже все дно облазил. Что я бате скажу? Что у тебя, Саня, руки дырявые? Ну вот не надо, это вообще. Ты трос сам выпустил. Чего меня теперь обвинять? Может, кое-что тебе заплатил за него? Не. Ага. А понарядь поискать ты не хочешь? А? Давай, давай. Мотор найти надо. Как мы теперь без мотора-то? Если у меня голос пропадет, ты об этом подумал, придурок? Так, давай я пирог приготовлю. Фирменный. Батя придумал. Все. Ждем. Долго ждали? Ну, кора прогорит, хлеб развалится, тушенка вывалится. Вот этот момент надо предвосхитить. Так все-таки куда ласточка делась? Может, и не было никакой ласточки. В смысле? Может, проверяли нас. Домовой. Ну или еще кто. Вот смотри, что могу. Так каждый дурак может. А где она? Ну что, нелегка доля осветительская? Да ну тебя. Ну ладно, вот так вот слабо. За высокие, за курган, по степи стелел туман. Ты чего? Ты слышал? Как будто ходит кто-то. Конечно, не поохотишься, но если что, отпугнуть можно. Кого? Медведя? Да не. Скорее беглых зэков. Ай-яй-яй! Федь, ты чё? Да хлеб сгорел, не видишь, что ли? Примета очень плохая.
Вставай. Пойдем от рода вставать. А? А рыбалка? Тут щука водится. Саня, ну это если только очень глухая щука. Ловил щук. Эй! Пригодился, голубчик. Скажи, я хочу щучку. Я хочу щучку. Подожди. Отойди. Отойди. Тихо, 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 тихо. Не мешай, не мешай. Как мы узнаем, что рыба по реке пошла? О, поверь, услышишь. Такое тут... А че? Сашок. Федор. Александр. Тезка, значит. Угу. Братишки, жрать-то хочется. Пожрать-то у вас есть что? Вы не жмотесь. Я заплачу потом. Да вот, щуку поймали. Уху будем варить. Рыба. Я рыбу не ем. Рыба не мясо. Тиной пахнет. Братишки, а мясо-то у вас есть? Мясо. Я здесь давно был, лет 20 назад. Здесь еще егерь был, старый старик, но суровый. Его медведь задрал вместе с собакой. Вообще-то с двумя собаками. На, с двумя. А почему вы давно в этих краях не были? Да меня на ты можно. Что я, цаца? Да сидел я. Месяц как откинулся. Ты извини, если не принято, но за что сидел? Ну, что тут секретного? Нормальный вопрос тебе можно. По 105-й я сидел. За убийство. Мужика одного тюкнул. И за что, если не секрет? Да особо не за что, если подумать. Делаю как-то с соседкой. Ужас. Нормально так сидел. И тут муж заходит.
А не давай ругаться. Он ей грубое слово, а она в ответ. А я раз и домой, быстренько. Молоток схватил и сразу обратно. Стучу, он не открывает. Я тюк его по голове, по маковке самой. А у него глазки так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк и забегали. Вверх-вниз, вверх-вниз. А я еще раз тюк, тюк. И главное, чувствую, душа поет. Не жалеешь? Нет. Федя, почему нельзя выгнать этого Сашка? Не можем же мы внутрь забежать и закрыться. Кстати, почему бы и нет? Потому что сортир на улице. И у Сашка ружье есть. Вот ружья-то у него как раз-таки никакого не видим. Сказал, что на охоту ружья не взял. Да и вообще, откуда он взялся? А вдруг он не откинулся? Вдруг он беглый? Федя, я, кажется, кого-то видел. Ну, кикимора, наверное. Не, ну ты опять. Кумушка Шишимора. Ты болотная-то лесная? Болотная? Лесная? Лесная. Так это же дятел. Саша, дятел — это ты. Пошли. Лесная — это хорошо? Все что угодно, лучше, чем болотная. Это что такое? Ты нахрена мне их подложил? Федя! Ого! Шишки! Я вижу. Может, ты смотри, какие. Ух ты! Большие. Свежие. Чего ты ржешь? Убирай давай это. Почему ты я должен убирать? Это не я. Ничего. Саня, это от Шишибора твой подарок. Хочешь сам посмотреть? Нет. Полюбила тебя место, Саня. Очень смешно.
Вот. Ужин. А это вот не подумайте. Это я одолжил. Так это же чайка. Ну и что? Что, мне рыбу вашу жрать, что ли? Пойду ее та сама. Сашенька, песенку, только птичку не зови. Какую птичку? Птичка невеличко, длинный носок, грубый голосок. В чужие дела свой нос засовывает. Колик? Колик? Спой, Сашенька, песенку. Я тебе подарочек подарю. Хочешь, зайчика подарю? Шепчется с кем-то. Ты это с ним потолкуй. Об этих. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. Сашок, а можно у тебя эту еще одну стрельнуть? А че, своих нет, что ли? Так я ж не курю. Тася. Не курит. Слушай, а что ночью было? Ничего. Привиделось ему по пьяни. Вы там рыбу ловите, а я... Как же он меня бесит, а? Какая чайка тут. Я тут раньше ласточек добывал. Они в реке зимуют. Подо льдом спят. Зачем он сюда вообще притащился? Ну, может, ему идти больше некуда. Вот надоест ему чайк жрать. Возьмет топорик ночью и зарубит нас нахрен. Ни за что, ни про что. За тушенку. Опа. И улыбится. Толстая какая. Сейчас сделаем тут. Я хочу, чтобы он исчез. Растворился, сгинул, будто его и не было никогда. Саня, ты что злой такой? Он мне, между прочим, обещал мотор поднять. Если мы потом его до деревни подбросим. Вот именно, если. Ага.
голосок. А? Что? Санёк, ты чё орёшь? Кошмар приснился. Бред вообще. Федя! Сашок ушел, что ли? Ну, я слышал, на рассвете засов гремел. А что? Может, он и совсем ушел? И шмоток его нет. Надеялся, он мне с мотором поможет. Так может, уже помог? Слушай, будь другом, сходи к реке, проверь лодку. А то правда, кто его знает? Ладно. Сашок! Есть тут кто?
Саша обещал, что денег даст. Что мы все решим. Не дал. Он вообще пропал. Дома нет, в театре нет, на телефон не отвечает. Скрывается, значит, скотина. Да я все ждала. А сегодня, думаю, пойду. А врач сказал, на таком сроке уже поздно делать. И что же теперь будет? Вижу этого Сашу, я ему морду набью, обещаю. Михайловский узнает, выгонит. Да не выгонит он тебя. Михайловский нормальный мужик. Выгонит. Он сказал, что когда вернулся из Москвы, проблема была решена. А проблема не решена, она только растет. Бойся, ты ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты ойся. Аня, ты меня не бойся. Я тебя... Ау! Куда идти? Прямо! Кулик, эгегей! Ты дурак! Ну, ведро, значит, собрал тащить лень. Выходи, я тебя видел. Ну ладно. Жри! Не подавись! Ты какого хрена меня в лесу одного бросил? Федь, я в болото провалился. Mm-hmm. Приятного аппетита. Я твою клюкву ненавижу. Не бывает в лесу такой клюквы. Как это не бывает? Как это не бывает? А кто меня на это место отправил? Ведерко свое сраное ставил, а? Да я с утра как встал, ложусь этой чертовой печкой. Быть такого не может. Твою мать! Как это? Морочит она тебя. Кто? Ну кто? Шишимара твоя ненаглядная. Вот ты посмотри, какая, а? Такой в лесу не найдешь. Гостиницу тебе придумала. Да иди-то. Влюбилась она в тебя, что ли? Саня, ну как на тотальном безбабе умудряешься бабу подцепить? Федя. Федь, ты меня достал уже. Ну как ты это делаешь? Научи меня, я же тоже хочу. Федя, ты меня уже бесишь.
Собираю свои манатки и ухожу отсюда. Чё ты ходишь за мной? Я представляю, как ты плывешь против течения. 30 километров с одним веслом. Я даже не собираюсь в твою чертовщину верить. Ну, ты проверь. И как? Ну как? Попроси что-нибудь. Золото? Не. С подарками у нее туго. Пусть сделает что-нибудь. Вон, в сенях. Сеть валяется, пусть распутает. Так там же мыши гнездо свели уже. Ну, правильно. Ты не распутаешь. Я не распутаю. А кикимора справится. Иди ты. А что там лодка? На месте. А Сашок? Ушел. Я его по дороге встретил. На речке или в лесу? На речке или в лесу? Что? Он мне сам отдал. Чтобы зэк сам свой табак отдал. Ладно. Мотор-то все равно надо как-то доставать. Во-первых, батя меня убьет. А во-вторых, мы с одним веслом и правда не выплывем. Там выше по течению река быстрее в 3 раза. Там даже с двумя. И дрить твою. Ничего себе. Ну, я же тебе говорил. Чем-то ты ее зацепил, значит. Ну, ничего себе. А как эти кикиморы выглядят? Да кто ж их видел? А зло они могут причинить? Тебе, кстати, не попадался дедов обрез? Да вроде у Сашка был. Ядрить твои кочерёжки, это он дедов обрез еще спер. Теперь бы я на твоем месте точно не спал, пока этот псих где-то шарится с ружьем и патронами. Вот именно поэтому я и хочу, чтобы обрез нашелся. Федь, нашел! Федя, работает. Может, я его просто не заметил. Да, ну на рюкзаке моем лежало 10 минут назад. Никакого там ружья не было, Федь. Саня, ты не хочешь поискать батин лодочный мотор? Да, может, и хочу. Если сразу не достали, то за пару дней его совсем мило затянуло.
Да нашел! Шутишь? Тяжело поднять не могу, давай. Конечно, он без стены висит 30. Так, держи, зацепи за ручку. Еще сердце остановилось. Молись, чтоб он заработал. Точно мне золото нельзя попросить? Ну, или что-нибудь другое ценное. Я откуда знаю? Слушай, ты как будто скатерть-самобранку нашел, торгуешься. Ну да. Ну да. Почему бы и нет? Смотри, как бы взамен не пришлось чего отдавать. Ты что с меня взять-то? Открыто. Заходите. Волки, олени загнали. Я по их следу шел и вдруг вышел к вам. Вижу огонек среди деревьев. Темно, думаю, следов все равно не видать. Вот и решил напроситься, так сказать, на компанию. Ну, просим, просим. С вами. Заходите, открыто. Мир этому дому. Сава Никитич, я. Кланяюсь. С миром принимаем, Сава Никитич. Какие правильные слова знаешь. Молодец. А ты какими судьбами? А я ж тут рядышком. Вижу, огонек горит, значит, кто-то есть. А вы угощайтесь. Хлеб да соль, как говорят. Откажусь, пожалуй. Неужто пустой из избы уйдешь? Тебе какое дело? Ты на меня зубы-то не скаль, последний обломаешь. Так, давайте выпьем. За встречу. А у тебя голос такой хороший, Саша. Ты случаем не поешь? Пою. Можно сказать, что профессионально. А может, тогда что-нибудь нам споешь? Ну, а мы тебе с дедом подпоем, а? А вы с Савой Никитичем, значит, знакомы? Бывало и виделись. Ну... Ой, Прилужку, Прилужке, при широком поле,
пристаничном табуне конь гулял на воле. И правда, Саша, голос у тебя не голос, а дар. Без лишней скромности есть свидетель. Даже лесные духи не в силах устоять перед моим даром. Как интересно. Значит, Саша может подчинять лесных духов. А нам, Саш, покажешь, а? Напрасно, парень, ты хозяина злишь. Помолчи, дед. Пусть покажет. Покажи, Сашенька. Небольшая предыстория. Я приказываю, она исполняет. Зря ты, парень, с лесными силами заигрываешь. Они ж тебя все равно переиграют. Как это? Садись, Саш, сюда. Это скамейка смирная. Соль? Старинный северный обычай. Пойду я, пожалуй. А то людским духом пропитаюсь. Зверь меня на версту не подпустит. Сава Никитич, ну а ты-то куда? Оставайся. Мне тут, Сашок, недалеко. За порог шагнул и дома. Федор, это тебе на удачу. Принял радушно, молодец, за домом смотришь. Носи на здоровье. Не снимай. Уходим. Федя, чего? Что не так? Все не так, доигрались. Ты что, не понял, кто это был? Дед был. Охотник был. Ну и что? Леший это был, не охотник. Сам ты леший. Ну какой леший, Федь? Подумаешь, странно немного. Ну и что? Насчет одного ты прав. Это был дед. Мой родной дед. Егерь, что ли? Сава Никитич Кулик, мы правда здесь недалеко. Вышел из дома, вот здесь его могилка под елкой. Ну, дела. Не, Федь, никуда я теперь не пойду. Только самое интересное началось. Спать, утро поговорим. Давай.
Я видел что-то. Открой дверь, Сашенька. Почему не спит, Зубик болит, спать не дает? Сашенька. Убирайся, тварь, я огонь зажгу! Пусти меня, Сашенька, я тебе подарочек подарю. Не открывай! Подойдешь, я выстрелю! Чуть с ружьем сидишь. А ты не помнишь, что ночью было? Да что было? Ничего. Наверное, приснилось. Кто сделал? Наверное, зверь какой-то забрел. Вообще что-то снилось. Медведь пришел к нам на ужин, а потом мертвец ему клык.
собирайся, сегодня уезжаем. Может, ты камеру попросит? Очень смешно. Давай попробуем. Я думаю, в свечах дело. Дергай ты за что? Вот за веревочку. Так. Кумушка Шишимара! Ну, в общем, ты это поняла. Может, ты и спеть попробуешь? Работает, Федя. Так, поможешь до берега донести. Я не поеду никуда. Здесь, что ли, останешься? Ну, во-первых, мы с тобой на рыбалку сюда приехали, а рыбный день сегодня как не наступит. Ну, во-вторых, все самое интересное началось. Ну вот, с мотором видел? Да просто совпало. Который раз совпало, Федя. Я еще на золото ее раскручу. Санек, ты сумасшедший. Саша! Кумушка Шишимара, подари мне золотую монетку, а я тебе спою. Мне бы крылышки, как у сокола, мне бы силушку, как у камушка. Мне бы братушек, как у деревца, мне бы жизнюшку с нового венца. Thank you.
Хорошо! Саня. Я думаю, Сашок погиб. Что? Он тебя правда сам табак отдал? Пойду рюкзак соберу. Уже темнеет, но лучше выдвигаться сегодня. Ты собрался? Стой. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Смотри. Ну. Ну. Я же говорил, что я на золото расключу. Империал 1897 года. Хочешь? Санек, ты издеваешься, да? Или ты с ума сошел? Пошел ты. Я с ним как с другом поделиться хотел. Хрен что получишь. Придурок. Высоко звезда восходила, выше светлого месяца. Это мне? Передумала. Покажись. Не уходи, побудь со мною, я поцелуями покрою устающее чело. Побудь со мной, побудь со мной. Это ты?
Ты останешься со мной, Сашенька? В смысле? Останешься со мной навсегда. Ты глупенькая, что ли? Извини, малыш, не могу. Но спектакль новый открываем. И мы с тобой все решим. Оглядываешься, ты не останавливаешься. И не бойся, я буду за тобой. Давай. Ну что, возвращаемся в дом. Главное, ночь переждать. На всю ночь рыдать так будет. У нас из еды что-нибудь осталось? Лучше бы денег на аборт бы дал, а никуда бы не поехал. Ты про кого? Про Ленку. Не факт, что она от меня залетела. Наша Ленка? Угу. С кардебалета. Нашла, блин, дурака. Ты чего, Федь? Да перед дедом стыдно. В смысле? Я думал, ты один, а ты другой оказался. Выходит, я насчет тебя ошибся. А знаешь, Федь, это, получается, тоже насчет тебя ошибся, да? Я-то думал, ты парень, как все. А ты вот знаешь, как это, когда
Друг в тебя из ружья целится. У тебя такой голос, Саша, что хочется креститься, читать «Отче наш». Вот ангелы спустились и зовут за собой. Хочешь сказать, что я говно? А ты не стесняйся, скажи. Саша, ты говно! Зачем это все? А я не говно, Федь. Не говно. Я за других готов. Да я за тебя готов, куда хочешь вписаться, Федя. Он думал, он ангел небесный, он говна кусок. Чего ты издеваешься? Я тебе докажу. Федя, я тебе... Да иди ты в жопу! Пойду за водой схожу. Очень чаю хочется. Не запирай, я быстро. Санек, у тебя крыша поехала? Не ты сейчас приходил, без ведра. Я не садился рядом со мной? Нет. Подходи. Тихо. Не подходи ко мне. Успокойся. Тебе показалось. Мне сказал. Тебе показалось. Нет. Тихо. Тихо. Не подходи ко мне. Тихо, Саня. Тебе показалось. Тихо. Она меня убьет. Вот. Возьми. Это защищает от всех морков. Открой глаза!
Саня, смотри, нет никаких волков. Ты правда? Их нету. Я так и думал. Стой. Пойдем по реке. Там монеты. Не оборачивайся. Точно не выпустит. Что-то будет. А это что? Да нерест, бегом из воды! Охренеть! А так всегда, когда совсем не до нее. Слышишь? Что? Кикимера не плачет. Птиц не слышно. Лес молчит. Вообще ничего. Я только речку слышу. Вот это и странно. Клянусь, тут не было никакого болота. Саша, дай руку. Сейчас, Витя. Сейчас. Давай, быстрее. Сейчас. Саша, дай палку. Дай, сейчас, Витя. Сейчас, Витя. Сейчас, Витя. Витя. Так, Витя, сейчас. Давай, сейчас, быстрее. Сейчас. Саша! 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 Прости, Петь! Саша! Прости, Петь! Прости! Саша! Петь, прости! Помогите! Санёк, закурить дай, а то так курить хочется, что сил нет.
промок весь. Хочешь причаститься? Чиститься не хочешь, а? Рыбка-то, ядущий мою плоть, нищий кровь мою. Вовчик, ты откуда взялся? Прости. Изрядно потрепан, но не побежден. Кстати, где Ленка? Прогуливает? Да, уволилась она. Дня два как. Чтобы тихо и без скандалов. Ну где вы там? Уже вызывают. Так, работаем! Моя сцена, я побежала. Это тело мое, ключевая вода. Это крова моя. Мы туристы!